письмо очень меня тронуло. Не скрою, я сам плакал над ним, перечитывая его много раз. Ведь в нем описана вся драма человеческой жизни. Пишешь, что рос негодяем. Воровство стало твоей привычкой. Однако ты был ловок, и все хвалили тебя как примерного юношу. И вот однажды ты был замечен, и за тобой погнались. Ты убежал, но сломал себе ногу. Никто не узнал твою тайну. Позвали врача. Он сказал, что нога безнадежна. Позвали священника, чтобы он прочел молитву. Молитва не помогла ноге, но потрясла твою душу. Боге, и твоя непотребная жизнь стала тебе отвратительна. Ты от всей души покаялся и дал обет жить по заповедям. Как же тогда говоришь, что молитва не помогла? Она пробудила тебя, воскресила твою душу. А это главное. Ты заплатил за душу ногой. Недорого заплатил. Будь уверен. Но этим не кончилось. Когда поправился, ты начал усердно молиться. Тогда кто-то обвинил тебя в колдовстве, и ты был наказан властями. Тебя это очень смутило. И ты спрашиваешь, что все это значит? Это значит, что тесен путь, ведущий в Царство Божие. Об этом свидетельствовал Спаситель всем, кто за ним последует. И не нужно удивляться. Делаешь ли зло, люди могут хвалить тебя, но Господь накажет. Делаешь ли добро, люди могут тебя казнить, но Господь наградит. Христос творил лишь добро, но люди распяли его. Не оглядывайся на людей, стремись к Богу. Ты отдал за душу одну ногу. Если потребуется, отдай за нее все тело.
дешево ты заплатил за душу, ибо отдал ты тлен за драгоценный жемчуг. Не бойся, укрепляйся на том пути, которым пошел. Да поможет тебе Господь.